государства Средней Азии пришли к решению развивать собственную мукомольную промышленность и выстроили для этого систему стимулов для собственной промышленности и преград для казахстанской. В частности, тарифы и пошлины на ввоз в эти страны сырья, то есть высококачественной казахстанской пшеницы, либо обнулились, либо уменьшились, а на поставки переработанной продукции, то есть муки, они выросли. Как это ни парадоксально, помог Средней Азии в развитии мукомолия и сам Казахстан. Дело в том, что в тот период резко подорожала доставка казахстанской пшеницы в порты Черного и Балтийского морей. В силу этого отечественные агрохолдинги переориентировали поставки на ту же самую Среднюю Азию. И миллионы тонн пшеницы потекли туда, загружая мельницы дешевым сырьем.